После смерти внука Петра I, волей судьбы и Верховного Тайного Совета на российском престоле окажется Анна Иоанновна. В истории этот период будет назван страшным словом «бероновщина». Страшно оно потому, что благодаря усилиям фаворита императрицы Берона Россия медленно, но верно превращалась в немецкую колонию. В стране была развернута репрессия по отношению к русскому дворянству, а Эрнст Берон становился чемпионом по перетягиванию немцев на государственные должности. Наследие Петра Великого таяло на глазах. Согласно отчетам, Эрнст Берон тратил на содержание своих конюшен больше, чем на гвардию. Дело стало совсем отчаянным, когда Анна Иоанновна, завещав Берону быть регентом при ее племяннике, фактически возведет его на престол. Остатки русского дворянства и гвардии, поддержав дочь Петра Елизавету, свергнут временщика. Но если вы хотите узнать больше об истории, подписывайтесь на канал.